Около двух десятков предприятий, компаний, общественных организаций и ведомств, почти 180 человек, собрались на берегу Волги в районе 6-й просеки. Так решили провести День Волги, который традиционно отмечается 20 мая. С прибрежной территории, находящейся на возвышенности и неохваченной паводком, убирали скопившийся после отдыхающих мусор. Организатором акции стала медиагруппа, инициатор движения «Эко-равновесие», которое объединяет сотни неравнодушных людей. Мы выходим на субботники, на уборки, на посадки. 20 мая у нас традиционно это День Волги. Мы убираем нашу любимую реку, потому что на самом деле мусора хватает. Автомобильные покрышки, и резины, и шины, и пластик, и стекло, ну чего только нет. И мангалы, и диваны выносят люди. Мы в 22-м году также здесь убирались, и очень было много мусора, потому что эта территория не разграниченная. Слева и справа официальные пляжи, а вот это именно точка, ну, здесь народ просто дико отдыхает во всех смыслах. Организаторам акции традиционно помогает Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары, предоставляет необходимый инвентарь, расходные материалы. Специалисты подчеркивают состояние реки Волга, являющейся национальной гордостью, одним из символов России и источником важнейших природных ресурсов, имеет большое значение для местных жителей, влияет на благополучие миллионов людей, проживающих в Самаре и в других мегаполисах, а также небольших поселениях на Волге. Будем убирать мы как и береговую полосу, также будем заходить на территорию, уже где произрастают деревья, и вдоль дороги. Данные акции, они очень значимые. Также мы в этом году не будем останавливаться на этом. Дальше будем мы также проводить данные мероприятия на островах и на всех территориях, также на озерах и в границах городского округа Самара. Акцию проводят в поддержку нацпроекта «Экология». Волга является, конечно, главной водной артерией Самарской губернии. Конечно, поддержание ее чистоты, экологическая сохранность – это очень важно для нашего региона. И хотелось бы, конечно, отметить, что и помимо подобных акций, Самарский регион активно участвует в том числе и в федеральном проекте «Оздоровление Волги», национального проекта «Экология». Он направлен как раз-таки на оздоровление вод Волги и ее притоков. Среди активистов, которые пришли очистить прибрежную территорию, студентка третьего курса Самарского технического университета Анастасия Храмова. В ВУЗе 3 года существует свой экологический клуб «Жизнь». Ребята занимаются волонтерской и просветительской деятельностью. Я с самого рождения живу в Самаре, и Волга – это, наверное, какое-то такое… Когда ты в детстве, наверное, это Волга и какое-то место, ура, едем купаться там вместе с родителями, потом, когда взрослеешь, вы там начинаете выбираться на набережную, гулять, смотреть. Выпускные вечера же часто проводят возле Волги. Наверное, это как что-то такое, связывающее тебя с родным домом. Если в этом доме еще чисто, то это, конечно же, вдвойне, втройне приятнее. И особенно приятно осознавать факт того, что ты к этому был причастен. Своим примером участники акции стремятся довести до других горожан мысль о необходимости бережного отношения к природе. Прежде всего, это заключается в том, что нельзя ломать и вырубать деревья, разжигать костры, оставлять после себя мусор. Сегодня волонтеры очистили территорию площадью 2 гектара, собрали 8 кубов мусора. Его вывозом на полигоны и утилизацией занимается профильный департамент Самары, куда общественники, которые в дальнейшем выразят желание участвовать в добровольческих экологических мероприятиях, могут направлять свои обращения. Вся необходимая поддержка будет оказана. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.